4 тома 2 часа времени. 2 часа идет спектакль. 4 тома. Я говорю, ну это как бы смешно. Давай кого-нибудь, какой-нибудь вытащим. Он говорит, ну не знаю, вот я думал тему отцы и дети. Я говорю, возьми ты самую. Возьми только семью Ростовых. Семья Ростовых, больше никого. Но к этой семье так или иначе имеют отношение все персонажи, понимаете? Там все равно есть мама, папа, да, есть дети, у которых это... И вот это семейство именно. Это будет семейная сага. Про это тоже можно ставить. Он говорит, кто это сейчас будет смотреть? Я говорю, да боже мой, наоборот, мне кажется, это сейчас так интересно. Все смотрят кино, сплошные саги, семейные, бесконечные. Нет, давай отцы и дети. Я говорю, давай отцы и дети. Тогда вычленяйте тему. Когда выходит на тема, и все равно отцы и дети, нужно все нельзя, нужно брать 2-3 семьи, семью болгонских, взаимоотношения отцов и детей у них, и то не по всем персонажам, семью Ростовых, тоже понятно, и как противовес семью Куравиных. Это подхожу к следующему, так сказать, ну, я не знаю, сегменту. Нужен конфликт. То есть так или иначе. Там что, семья Курагина, конфликт отцов и детей, это маловато. Вот так я писала, просто сшивала по роману «Война и мир». Если у вас по какой-то теме большой рассказ, и вы понимаете, что вы его не осилите, берите что-то, ребят, чем проще, тем лучше, я вас к этому призываю. Об этом говорит мой многолетний уже опыт. Берите одну книгу, одну. Вот только я про это. Тут еще много-много-много всяких боковых, но эту линию уже будьте добры порежьте от начала до конца по событиям. То есть одна линия, вы прямо от события к событию вот эту одну линию, отсекая все лишнее, вытаскиваете. В вашем случае РТП, да, я вообще никогда, ну потому что я понимаю, профессиональный театр, да, и вообще любительский театр, там тоже еще нужно. А РТП это нечто другое, у вас все равно будет кусочек где-то, в какой-то композиции будет кусочек театрализованный, да? Я правильно понимаю? Нет, неправильно, потому что я как-то не имею никакого отношения. Но спрашиваю вас, которые имеете. Вот, значит, кусочек будет. Вот этот кусочек и берите. Махонький, но там должно быть начало, там должна быть кульминация, и там должен быть конец. Самая большая, системная, ребята, системная ошибка. У меня 155-й фестиваль. Невнятность. Понимаете? Вот вроде все рассказали и даже эмоционально показали, а невнятно. Я не понимаю, про что. Я репки там не считываю, а надо, чтобы считала. Посадил, выросла, стал тянуть, вот она ему поддалась, позвал семью, я ну, по очереди. И только мышь одна несчастная, которая решила эту проблему. Понимаете, да? Вот. Я должна понимать начало, середину и конец. Трехчастную форму никто не отменял. Берите три части. С чего начинается, куда развивается и чем заканчивается. Маленький рассказ, большой рассказ, одну линию взяли, да? Или какие-то, вот, ну, просто берите. Это первое. Второе. Обязательно. В вашем случае, если вы инсценируете, должен быть конфликт. По поводу текста. Берите весь текст, если это маленький рассказ. Если вычленили какую-то линию, берите все. Нет, нет, сказала она, я туда не хочу идти. Что я сейчас сделала? Весь текст, я авторский текст поставила внутрь, и тем не менее все понятно. Да? Вот и актерам вашим, это прием, который давно уже используется. Не бойтесь, берите весь текст. Потому что вычленить только прямую речь, это категорически неправильно. Есть рассказ, и вы берете прямую речь. И у вас как бы диалог. Нет, не диалог. Потому что у автора между одной фразой прямой речи и другой фразой прямой речи вот столько вот текста, который, да, где он подводит к этому. То есть это еще могло бы быть, а вот если вы умеете писать, да, умеете, ну хоть чуть-чуть понимаете слово, ощущаете его, тогда пожалуйста, тогда пишите только прямой речью. То есть фраза, дальше, то, что имел в виду автор, у вас это будет говорить,
переводите, условно говоря, авторский текст в прямую речь. Это тоже можно, иногда нужно, иногда это очень круто. Я так было несколько раз, у меня так с проповедью Лубины было. Там ну просто надо было, ну вот надо было. И я переводила, оставила. Я переводила, стилизуя, понимаете, под оставь, именно стилизуя, как бы написал он, да, чтобы не было. Но это вещи такие, ну тонкие штуки. И это может быть даже не каждый потянет. Поэтому для вас лучше берите все. Если не делайте, что прям вот прямую речь, не выписывайте ее. Берите все. Вот это вот, нет-нет, сказала она. Вот это сказала она, это здесь звучит как просто как проходно. А ведь у автора это очень важно бывает. Прям очень важно. И через артиста проводите. Поем с тренировком, если мы говорим. По поэтическому тексту буду разговаривать вообще по поэзии, по поэтическому тексту и как, и тоже системные ошибки, буду разговаривать на следующем мастер-классе по речи. Там мы немножко технику, я вам дам, прям технику, я буду с вами покажу, что запомните, запомните. Полтора часа вообще не время, но что запомните, запомните. А после этого буду говорить о системных ошибках в стихосложении. Основные ошибки тех людей, и это главное, исправимо все. Это можно исправить. Так вот, конфликт. Не могут быть все хорошие. Никогда и нигде. Тут обязательно будет плохой. И дело не в том, что по-человечески плох, он просто другой. Это конфликт интересов. Вообще ставьте все про человека, если это касается театра. Все про человека, о человеке. Только это будет интересно вашим зрителям. Если это про политику, то это плакат, это не театр. Хотя в РТВ, наверное, возможно и даже нужно где-то, если какие-то программы. Да? Вот опять же, я сейчас не говорю о стадионах, о площадях. Там все-таки иной принцип действует. Я говорю о тех камерных, каких-то ваших, да, композиция, не знаю, которую вы будете делать камерные, это в любом случае площадь. Там правда, там другие законы. Но я говорю сейчас о театре. Я могу сказать, в театре, я могу сказать, в театре. Если ничего у вас, не нашли рассказа, угол в помощь, погуглите там, и что-то придумайте, надо мне такой-то сценарий, там вам угол будет. Если и это не срабатывает, вот Новый год, вполне себе нормально написать самим. Вот вполне себе нормально. Тут есть нюанс. Детская аудитория. На что реагируют дети? На узнавание. Кто с детьми работает, знает. Ребенку очень легко считать то, что у него уже есть. Где-то видел, где-то как-то. Для него уже понятно. И он к этому персонажу подключится. Понимаете, да? Это его заинтересует. Если вы придумали, помимо «Серый волк», «Хитрая лиса», «Баба-яга», «Дед Мороз», «Снегурочка» и так далее, какой-нибудь крак-козябру, у ребенка нет ассоциации. Он не понимает, что такое крак-козябра. Ну, предположим, да, условно. Тогда эту крак-козябру уже... Как хотите, я не знаю, любыми путями, гаджетами, тогда должны быть эффекты. Она должна быть настолько, чтобы ребенок говорит, что-нибудь там горит, сверкает, трещит, сыплется, и это крак-козябра действует. Понимаете, да? Я понятно говорю? А вот это мне обратная связь, когда... Когда должен считать голос. Тогда это, так, понимаете, да, если берете место, ну, придумали, вам самому, сам не знаю, что такое крокозябра, но тем не менее, а думаю, а не запулить ли мне вот так вот крокозябру? Тогда делайте это настолько эффектным, чтобы у ребенка какая-то ассоциация появилась чем-то, понимаете? У него, он может быть не считает, что это такая или сякая, но он будет смотреть фокус. Тогда делайте фокус для детей. Это тоже вот такие, как бы, ну, не знаю, теоретические, нет, это практика. Вот это доказывается практика.
вот мы пишем новогоднее представление, не сказку. Сказку лучше берите такую, нормальную. Морозо, там, ну и много. Потом ее показывают на сцене. А представление перед сценой, да, до того, как сказка пойдет с детьми, либо просто, ну, понятно, что это интерактив. И все на интерактиве. Чего ты улыбаешься, хорошо? Хихихидно. Понятно, что главное интерактив, главная игра. Выберите эту кучку игр, которые у вас будут. Итак, у вас есть, пускай, не знаю, 10. У вас 10 игр. Играем. В это. Разнообразие. В это. И у вас, ну, здесь, может, много. 7, 5. Не, ну как, ну как. Ради бога. Если только представление, то можно и 10. Но все надо хорошо, кроме скучного, и можно это делать. Допустим, 5. У вас 5 хороших игр с детьми. Вам эти 5 игр нужно куда-то вставить. Конечно, да. Придумывайте. У вас есть определенное количество артистов. Вы их знаете. У вас есть тот-то. Эту можно на эту, это на эту, это на эту, это на эту. Дед Мороз, Снегурочка не обсуждается. Они должны быть всегда. Это бренд Нового года. Не, ну да. Нет, некоторые делают, там, придумывают там как-то. Мученька у него там вещество потерялось, нету девчонки, где-то напилась. Ну да. Вот. Дед Мороз бывает, выходит, заменяет Дед Мороз на другого, кто-нибудь играет, ничего не понимает. Ну неважно. Дед Мороз и Снегурочка – это бренд. Помимо Дед Мороза и Снегурочки, должны быть кто-то у Деда Мороза и Снегурочки, которые за… Я говорю о конфликте, это важно. Которые за Деда Мороза и Снегурочку, условно говоря, положительные персонажи. Предлагайте положительные персонажи. Заяц. Как? Заяц. Еще раз. Заяц. Снегарь. Может быть положительным. Ну, может, почему нет? Отрицательным, между прочим, тоже может быть. Но положительным вполне. Заяц. Заяц уже такой хороший, это ушастый. И костюмы везде есть не всегда. Тоже нормально выйти, да? Снеговик. Да, наверное, как правило, носит почту. И почту и информацию. Снеговик, переносящий информацию. И почту. Воробушка. Хорошо. Заяц, снеговик. Кто еще? Карлсон. Щенячий патруль. Вот смотрите, Карлсон. Можно? Можно. Вы тогда застраиваете его там. Понимаете, он из другой оперы. Не то, чтобы даже из зимней сказки. Дело не в зиме. И дело не, понимаете, да? Он из другой оперы. Именно. То это Астрид Лингрен, да, и у них немножко другой менталитет, они несколько иначе мыслят. И любимая нами сказка про Карлсона становится какой-то такой вот, да. Лучше берите персонажей какой-то одной культуры, да. Хулиганы считают, что Карлсон... Придумайте хулигана из русского. А чей фонд-то следующий? Воспринимали так же, как дети, как друг друга, как отдали, и радовались.
же, как же, как же, это тоже уже бренд. И вот, уже на самом деле. Была кошка и собака бездомная, которые вдруг... Прекрасно. Бездомная кошка и собака прекрасно. Ребенок сразу подключается. Во-первых, понятно, кошка и собака про депрессию ребенку еще, может, и не очень понятно. А вот про бездомную кошку и бездомную собаку, которым холодно на улице, и которых жалко, подключаешься сразу. Вот это используйте. Используйте этих несчастных кошек и собак, которые... А тебе почему было болезнь? Депрессия приносит болезни, болезнь, лечить и все. Вот понимаете, вы рассказываете очень интересно. Но когда ты приходишь на елку, тебе хочется волшебства, а не грифа, болезней и всего такого прочего. Понимаете? Волшебства. Хочется, чтобы было волшебно. Детям хочется, и родителям тоже этого хочется. Поэтому избегайте тоже про грипп, болезни. Это можно себе в другом месте употребить. Итак, Дед Мороз не будет. А вот просто пару отступлений скажем. Вот просто по персонажам, которые детям на сегодняшний день интересны. Мы просто очень много проводим данного рода мероприятий, направленных на детей. И перед каждым новогодним мероприятием мы проводим монитор. Вот, так вот. На сегодняшний день детей абсолютно очень мало интересуют бабьёги, волки, лисы и так далее. Им это не совсем интересно сегодня, понимаете? Они хотят волшебство и сказку с теми персонажами, которых они видят по каналу «Карусель» элементарно. И если будет стоять выбор пойти на такую сказку или пойти, как он сказал, «Щенячий патруль», который также может туда подложить друг другу добрую, и они там будут также кого-то спасать, то дети выберут именно «Щенячий патруль», потому что они видят это на сегодняшний день, по телевизору каждый день. Да, а уже вот эти персонажи сегодня для них не так актуальны, к сожалению, они, или не знаю, но тем не менее. Вот, поэтому, когда мы говорим, что из разных включать, иногда зачастую нам приходится привыкать к таким моментам, что мы берем, допустим, за основу какой-то сценарий, подкладываем туда популярных персонажей, смешиваем где-то немножечко, и при помощи приключенного внимания детей как бы выдаем их желаемых персонажей и подкладываем туда ту мораль, которую мы хотели принести. Вот, к сожалению, в большей части приходится именно так. Хотите, я вам скажу, какое слово есть ключевое? То, что я услышала, во всяком случае, среди всей вашей тирады, я услышала одно ключевое слово. И это слово «к сожалению». Так вот, чтобы нам не сожалеть о том, что наши дети вырастают дебилами, которые на кнопку жмет, и это называется счет, который забыл, что такое писать от руки, а вот так вот это делает, понимаете, а это же вот это. Вот это вот, это вот это. Поверьте, и это мелкая моторика, это развитие, способность мыслить. Так вот, чтобы нам не сожалеть о том, что наши дети жмут кнопку, и это счет. Вот так вот. И это у них, понимаете, их, и весь их кругозор, и окей, Google, да? А ну-ка, где там что-то? Нам не надо это внедрять. Вы говорите, это детям не очень интересно. А ребенок еще в том возрасте, который а что же он плохого? Не может понять, а? Нет, мораль-то она одна и та же. Да, те же самые щенячьи патрули, что плохие методы, средства одни и те же. Просто идет, они плохого ничего не делают, мне кажется. Нет, они делают все очень хорошее. Просто есть. Есть сейчас. Господа, целое направление, называется оно сказкотерапия. Никаких телекусиков, сейчас секундочку, Саш, скажешь, но нет, поверьте, никаких собаки на голках или гастрономических, их нет. Называется сказкотерапия, еще раз, прям можете загуглить, можете, что уж там. Окей, Google, сказкотерапия, и вам выдают. Каждой русской сказки, они очень, это очень древние вещи, ребята, это наши корни, которые даже представить, насколько глубоки каждая из них. Заложена не просто мораль, тупо один хороший, а другой плохой. Там несколько пластов этой морали, понимаете? Это сложнейшие вещи, сложнейшие, которые рассказаны простыми словами, если мы про русские сказки.
почему я за них радую, потому что это разбивает еще одну, и еще одну. Там есть. А телепузики это, увы, плоско. Плоско. Ты хороший, я плохой, мы пойдем туда, мы сегодня чистим дом, мама с папой пришли, ай-яй-яй, а-та-та. Саша, выскажи. Я сейчас пытаюсь книги две стороны. Дело в том, что собачий патруль уже устает. Ну, это же, мы не видим на книге. Сказочный патруль. Конечно. Уже в тренде. И жизнь, где совершенно русские царевны. Ну, еще есть русские царевны, где тоже русские царевны. Лепушка, Василиса, смотрите. Вот об этом, это вы сами без меня прекрасно сделаете.
не об этом говорить, да, вот с вами. Я к тому, чтобы мы написали сами интервью, именно написали. Сейчас речь идет об инсценировках, да? Но мы не нашли рассказа, но мы сами можем, мы что-то умеем. А здесь уже обязательно должен быть сюжет среди этих 5 игр, которые будут у вас непременно, 60, не знаю, и до последней режиссуры родилась Виолочка, хоровода до последнего. У вас все равно какая-то история должна быть, понимаете? Ваши персонажи после елки из интермедии, они должны действовать. Как любой артист, выходя на сцену, должен действовать. Да? Для меня, безусловно, интермедия это все равно подготовка в сразу. Может быть, это может быть. Вот это как раз может быть, совершенно правильно. Но какая-то, пусть это будет короткая история. Что же, давайте напишем. У нас есть Дед Мороз, Снегурочка, там есть Заяц, там есть еще ушло Снеговик, еще кто-нибудь хороший. Вот мыша китайский. Давайте возьмем Колосок, у нас мышата будут, собственно говоря, отрицательные персонажи. Два линия мышонка, которых мы приведем в конце хорошего. Сами хорошие. Ну да. Перевертыш такой. Ну, то есть они сначала два хулигана, потом становятся хорошими. Хороший вариант. Пишите на эту тему. Хороший, правда, вариант. Но все равно, по какому поводу происходит? Давайте придумаем повод, конфликт, по какому поводу. Обычно человек так случается. Бог всегда это на Новый год не стоит. Это все равно Бог. Дети пришли к тебе в Новый год и ушли с этой сказки. Если это будешь бабушки, маме, девушки сыграют это все. Правильно, абсолютно верно. Разве он хотел жить из нас? Возвращаемся к интермедии. Есть положительные персонажи, есть отрицательные. Пусть два мышонка хулигана будут сразу с рогатками, там, я не знаю, какими-то этими, два отрицательные. Что дальше? Что происходит? Сталкивать лбами. Сначала не Деда Мороза и Снегурочку, а они. Что дорогое? Отправили мешок подарками. И украли пистолет. Прогрызли. Все понятно. Прогрызли мешок с подарками. Украли у Деда Мороза посох, а он волшебный. А это уже, понимаете, что такое волшебный посох? Они с помощью этого посоха могут делать ерунду, да, пакости. Вот, условно говоря, коснешься, раз, застыл, фигура какая-то. Подарки тоже неплохо и часто очень применяются, да, но подарки это подарки. Ну, тогда должен быть какой-то волшебный мешок, волшебный подарок, который бы они оттуда вытащили и, так сказать, одарить детям нечего. Не может наступить Новый год без какого-то атрибута. Атрибут? Остановили часы. Погрызли интерактивный кошек Деда Мороза. Огрызли костюм у Снегурочки. Она не может прийти к людям, она побрита на лысо, не может выйти. Но это мы уже идем в сторону, да, смешного. А, да, Саша. Ну, проблему-то решать надо. Такая, что, нет, все просто. Надо заказать интерактивный программ. Смотрите, Дед Мороз идет, прогрессный мешок. Идет, подарки ее падают. Ну, это пустый мешок. Чтобы найти эти подарки, нужно в форме интерактивных игр их обратно параметры. Ребят, пишите хороший вариант. Они рождаются здесь и сейчас. Какая-то рука делит, что должна быть. Да. Я говорю о вещах, которые обязательно. Позитив. Обязательно. Те, которые... Мыши это или не мыши, вот что угодно. Два мышонка, да, может быть, может и три мышонка. Песенку придумайте, хулиганскую. Которые хулиганят, и которые и предмет, собственно, без чего Новый год не может состояться. Вот эти простейшие, соблюдите три для интермедии, три пунктика, и у вас все срастется. А игры дальше будут в процессе, как предложил Саша, если мешок прогрызет, то потом подбирают, собирают, а чтобы вернуть мешок с подарками, то нужно что-то, чтобы дети сыграли, да?
Либо если посох украли, и можно волшебством, это опять же с ним играть, с детьми. Сейчас я вас тут всех, понимаете, с этим посохом. Вера детей в сказку неистребима. Смахнул посохом, и вся правая, на две части, и вся правая легла. Я не так жопу, еле-еле. Подуйте, я не знаю, что там. В общем, вот сталкивайте их вокруг того, без чего, с часами тоже хорошо, но можно подумать что-то, вот додумать именно. А в стрелке могут быть, вдруг появиться волшебные, да? Дети могут, ну, как, актеры. Стрелочники, два. Из 5-12, два стрелочника. Тоже вот такое, да, что-то даже интересное. Часы. И никак. Один застрял, и никак. И вот там двигают, двигают эти 12. И елку иногда закрывают чем-то, воруют, а потом открывают. Если есть занавес, супер. Если есть красивая елка, то потом так, и она вся, тоже эффект. Вот от этого идите. То есть интермедию вам вполне по силам написать самостоятельно, даже можете не обращаться никуда. Если инсценировать что-то на сцене, скажу, тогда да, тогда либо думайте сами внимательно и крепко звоните по событиям. То есть это уже спектакль. Либо обращайтесь к инсценировщику, к тем людям, которые умеют это делать. Потому что это, ну, я вам скажу, работа. Помимо того, что это творчество, это еще и работа. Надо вышивать. А в чем актуальность данного представления? Актуальность чего? Вот данного представления актуальность. Мы вас... А новогоднего? Да, любое мероприятие, если с точки зрения режиссерского, оно должно быть направлено на что-то. И это разовый продукт. То, что мы сейчас придумали, вы это первый раз в жизни слышите вообще, наверное, да? А вот если, например, сделать актуально, вот вы сами подтолкнули на тему проблемы интернета. А может быть сделать образ интернета, который накинет сетку на год, на символ года. Может быть так пойти? И у детей в голове, ну хоть как-то, хотя бы первоклассников, а то, что образ, что вот этот интернет, он действительно страшная вещь. Во-первых, это не такое уж зло, как кажется. Это очень много полезного в этом интернете. И это уже давно часть нашей жизни. Никуда ее не денешь. Не надо из него делать вот зло. Чисто он злой интернет, он набросит сеть. Он не злой интернет, он нейтральный. Он будет таким, каким его делаешь ты, условно говоря, я, родители, девки. Кому-то помощник, кому-то за... Ну, значит, должен быть какой-то антивирус, который расскажет, что интернет есть много полезных. Но эти мышки, эти зайки, эти, ну согласитесь, товарищ, но это уже 1900 год. Мы сейчас просто на самом простом разбирают пример. Шишки принцип. Меняйте на этих мышек, на них мышек. А так вот мышей даже взрослые с радостью управляют эту мышку. И свиней покупают, и мышей покупают. И дарят эти подарки всем. Маленькую мышку сейчас будут всем дарить, поверьте. Вот крысы. Сейчас будут везде крысы. Продаваться везде крысы. Это массовая культура, но не делаете. Вы придумали интернет, который набрасывает сеть. Два. Вот опять-таки, интернет с двух сторон. Есть вирус, есть антивирус. А, условно. А там же вирус и антивирус. А у вас горшочники. Пятимесячных принесли. Да. Пятимесячных обязательно. Школа с первых классов начинается. А сказки с трех лет. Да. Я вот вам пример. Я не хочу, чтобы Ромео называли вирус или антивирус. И Джульетту как назвали. Они у Шекспира так называются. Ромео и Джульетта. С первого класса. Девушка Мороз и Снегурочка. Возвращайтесь к исходной пищам. Я предлагаю вам поставить эксперимент, но на своих.
Я уже ставил эксперимент. На своих? На своих? У меня? 22 года? Я еще жить не хочу. Года три, как минимум. Годы три. Уважаемые коллеги, национальные вещи. Это важный, кстати, важный вопрос. Просто я хочу как-то... Нет, ну, разобраться, понять. Кому еще, кто еще считает, что надо что-то делать с этими мышами, Дедами Морозами и всем прочим? Надо заменять их на вирусы, антивирусы и все такое прочее. Можно также анонсировать. Пусть будет другая часть государства, это наше государство, где есть мыши, даже мыши, которые, это, в принципе, здесь можно и какую-то познавательную часть детям. А вот, кстати, действительно в этом что-то есть. Можно взять компьютерную игру, она вроде и интернет как зло, и вирусы не вирусы, а просто какая-то очень знакомая им компьютерная игра. Но ввести туда персонажей, которые все-таки персонажи, а не вирусы. Я не понимаю, как вы видите вирус, что это, кто это, как он одет, что у него, как он мыслит. Я просто сказал, что современные персонажи, я вижу, как он выглядит. То есть абстракция. Интернет — это же абстракция, это же невозможно пощупать. Расскажи абстракцию одеть. Расскажи вас. Как вы его одеть? Я ставлю шоу. Вот я вам расскажу, я тоже молодая мама, у меня ребенок 6 лет. Она ходит на спектакль, вот в моей работе 1,5-2 лет. Ей объяснить, что такое антивирус, не нужно, она дождет до этого, она это поймет. Но она хочет видеть на новогодних праздниках интермедиат. Нормально, Дед Мороз не будет. Она боится иногда Деда Мороза. И если он сейчас еще будет такой лохматый, какой-то... Волшебство! Три восклицательных знака. Какое волшебство в антивирусе, расскажите мне. Это первое. Второе. Еще раз. Ну, сейчас про интермедию очень сложно. Попросила. Вообще, к чему подключается ребенок? И какая наша цель, чтобы наши дети, да? Чтобы они к чему-то подключились, воспитать. Но не тем, что хорошо и плохо. Он сам должен до этого дойти. Через что? Это касается и взрослых. Через что мы подключаемся к спектаклю? Через то, что нас кто-то заинтересовал, а потом тронул. Мы это примеряем на себя. Я плавно перехожу к актерскому мастерству. В жизни мы все носим маски. Ни одну, ни две, ни три. Мы меняем наши маски в зависимости от того, кто рядом с нами. Мы с начальниками одни. Мы даже не замечаем, как у нас чуть-чуть меняется голос, потому что он начальник, да? Мы чуть-чуть не замечаем, это происходит незаметно, но мы тут же надели маску хорошего подчиненного. И мы там с ним и общаемся. И он, что самое интересное, тоже в маске. Это театр, да, конечно, это театр маски. Мало кому, поверьте, удается быть самим собой. Я и понять, что есть я, только наедине. Как только появляется какой-то другой человек, мы моментально с мамой, мы другие, с детьми мы третьи, и так далее, и так далее. Все это масочки, масочки, масочки. Актерская игра – это возможность эту маску надеть честно. Условия игры. Я выхожу на сцену, я надеваю ту маску, которая у меня где-то написана и прописана, да, и я в этом во всем себя выражаю. Это большое. Вообще актеры долгожители, если он не сбивается. Почему? Вот именно поэтому это продлевает жизнь. Они, как ни странно, сами собой на сцене. Как это ни странно? Потому что у них честная маска, а под ней они собой довольны. Потому что когда человек приходит наедине с самим собой садится, иногда такой ужас там, что не дай бог, снова масочку надену. Так проще. И проще вашим артистам, если они только попробуют
единожды эту маску надеть и выйти на сцену, понимаете, да, им будет легче жить. Вот, собственно, про это. Сейчас очень много на представлении, где переходим мы к театру, представление, эффект, фейерверк, пиротехник. За этим теряется сказка, теряется волшебство, теряется название. Да. То есть театр переживания должен быть, а мы будем участвовать, но не мы конкретно, а участвовать в театре представления. Вот эти 20 года, они один удаляется у них другой, к сожалению. В зависимости от того, какой возраст у ваших актеров. Если ваши артисты детки, совсем детки, 6, 7, 8, 10, очень сложно театр переживания, назовем его традиционный театр, очень сложно с ними этим, они еще не могут очень многое освоить, понимаете, просто в силу возраста. И вот с этими детками нужно применять игровой театр, с ними нужно играть, и на сцене они тоже должны играть. Понимаете, это игровой театр. Но играть не должны увлеченно, а до этого вы должны их к этому тоже подвести. Если у вас коллектив взрослый, прям взрослый, то с этими людьми уже можно работать в традиционном театре. Что такое традиционный театр? Всего три. Добейтесь от ваших ребят, от ваших актеров всего лишь трех вещей, трех пунктов. Я, выходя на сцену, слышу, и я, выходя на сцену, понимаю все. Больше ничего не нужно. Потому что системная ошибка в системе выходит. Никого не видит и не слышит, потому что у него все просто вообще отключается. Все отключается. Уши, голова, все не видит. Глаза ничего не вижу, не слышу. Но у меня есть текст. И я текст сейчас очень эмоционально вам скажу. Я сказал эмоционально ваш текст. И что? И дальше что? Вот что? Это белый звук. Это, как правило, он без, а так как ничего ж не видит, не слышит и не понимает, он не видит и не слышит не только партнера, но и вас, зрителей, меня, я сижу в зале, а он выходит и трещит. Это текст. Это невозможно, ребят. Ну, мало выучить текст и расставить ваших артистов по каким-то мизансценам. Это ничто. Это не театр. И не предполагайте зайти в такого театра. Театр – это действие. Во внятной истории каждый человек, каждый актер действует. Он выходит с какой-то целью. На сцену нельзя выйти просто так. Вот нельзя. А что он, знаете, вопрос? А что пришел, спрашивает артиста? Да просто так. Я говорю, да ладно. Не бывает ничего просто так. Мы в жизни никогда ничего не просто так. Мы всегда чего-то хотим. И всегда чего-то добиваемся. В простейших, вот понаблюдаете, каких-то простейших этих. Муж и жена сидят на кухне, одна говорит, что завтра будет готовить больше или нет. Да? И то уже какой-то конфликт. И то каждый чего-то добивается, не говоря уже о каких-то глобальных вещах. Так вот, когда актер выходит на сцену, он выходит с определенной задачей. И он должен эту задачу для себя решить. Он может выиграть, а может проиграть. Почему нет? Добиваясь от партнера. Партнер сильнее, он проиграет. Партнер слабее, выиграет. Но и у партнера есть своя задача. Понимаете? Это же не просто так. И тому тоже надо посредством этого решить. Вот он, конфликт. Конфликт интересов. Выводите артистов, рассказывайте им об этом, говорите им об этом изначально. Разбирайте сначала сами, простейшую историю разбирайте сами. Посадил дед репку, что произошло? Запишите вот группу, что произошло, прям крупно. Посадил дед репку, что произошло? Нет, посадил дед репку.
Он ее реально посадил, а дальше начинает. Да, он ее реально посадил, а дальше начинает. Что посадил? Почему посадил? Дальше мы начинаем. Да, а дальше начинаем обрастать. Понимаете, актеру для того, чтобы репка, это тоже понятный персонаж, человек. Ну, то есть, если мы живем так, не купленный театр, хотя там другие законы тоже, но тем не менее, персонаж. Вот есть репка, поначалу маленькая, потом выросла, да? Ну, вот есть маленькая репка, маленькая-маленькая репка. Есть дед. Что происходит между ними? Я к тому, я к взаимодействию вас подталкиваю. Есть маленькая репка и есть большой дед. И дед маленькую репку сажает в землю. Он дает ей жизнь, иными словами, да? Для чего? И сожрать, конечно. То есть у него конкретная цель – кормить семью. И он берет эту маленькую репку и сажает ее в землю, чтобы она выросла и ее потом благополучно сожрать. Как свиней откармливают где-то в маленьких поросёночках, а он маленький милый. А потом он вырастает и становится большим другом. Но его режут и на колбасу. Есть колбаса называется. Есть так и называется песня «Колбаса». Там тоже есть такой вот об этом. Мальчик не мог никак смириться, что его бедного несчастного Борьку вот сейчас на колбасу. А колбаса уже на столе, а там слайд. Ну, в общем, как-то так. Понимаете, тема, почему нет? Это интересно. Так вот, дед сажает репку для того, чтобы потом ее сажать. У него-то есть эта дальняя цель. Он чего-то хочет. Он пришел и посадил. Есть мотив. Я так семью кормить. Но и у нее тоже есть что-то. Что? Как вы думаете, со стороны репки? Что? Она же тоже на человек персонаж. Вот я репка. Она хочет жить. Мечта вырасти большой. Она хочет жить. Красивые соблазнения. Она будет заморщала себе. Ее поместили в очень комфортные для нее условия. Ее поместили в землю. Там, где она вот, это ее почва. Там, где она дышит. Она хочет жить, конечно. Но однако, если ее не понимает. Это хочет съесть, а она хочет жить. Да. Дальше. Выросла репка большая-пребольшая. Она почему такая большая выросла? Именно. У нее была прекрасная жизнь. Ее любили, ее поливали, ее полили-лили-лили. Понимаете, да? Он приходил этот дед все время. Он ее подкапывал, может разговаривать с ней. Вот здесь уже можно фантазировать. Между первым и вторым событием прошло время. Как это время прошло. А дальше, режиссеры дорогие, придумывайте. Просто придумывайте. Тут нет текста этой инсценировки тоже. Но у нас есть музыка, у нас есть пластика, у нас есть все, что угодно, да? Может быть, какой-то этюд, как этот дед приходит, как он ее плевает, как он с ней разговаривает, как он ей там листики вот так вот, ну как это называется, да, гладит там туда-сюда, опять-таки, моя что хорошая, дорогая. А она вас. Что там дело? Человек от любви расцветает. Каждый хочет только одного, поверьте мне, чтобы его любили. Вот к этой простой истине сводится все. Все остальное это наши дурацкие. Мы можем придумывать, но хочет каждый человек только, чтобы его любили. И репочка тоже. Она тоже хочет, чтобы ее любили. И ее любят. И у нее она поэтому большая-пребольшая. Ее поэтому так много, потому что любовь – это щедрость, да? Это что-то высокое. Мы приходим к тому, что еще одна тема такая, мощная причем, да? Чем больше любишь, тем больше растешь. Она любит только деда. А вот тоже Фрида. Да, да, все, что угодно. Я же говорю, а между тем, как посадил, выросла, громадный, да, посадил и выросла, громадный период, который вы можете придумать, танец времени, придумала Ирочка, еще кто-то, да, чем угодно, не только с лейками, с почвой, но если ты любим или любим,
счастлив. Она счастлива. Но когда человек счастлив, он то же самое излучает в мир. И счастливы все, которые вокруг. Называется «Спаси себя и хвали себя», потому что все вокруг спасутся. Ты будешь счастлив, все вокруг. Дальше, поехали. Там, где репку тянут. Я думаю, что это комбинация. С точки зрения репки. Да. Для него-то это нормально, для него-то это цель. Он родился и растил, и слава тебе Господи, выросла. И он пришел, чтобы ее наконец-то, опа, и на стол. И вся семья всю зиму живет припеваючи. А нет, не получилось. Почему это не получилось? Тянет, потянет, выпнуть не может. И здесь, а с точки зрения репки, это что? Конечно, конечно. Первое, что происходит для репки, это когда происходит предательство. То есть я всю жизнь думала, что меня любят. Уважаемые коллеги, давайте послушаем. Нет, давайте, ради бога, нет, 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 наоборот, кто не хочет слушать, ребят, пожалуйста, я правда не обижусь. Да? Так, и чё, и чё? Про репку почему это самое? Предательство. Как человек, который всегда был мне близок, хорош, да, которому я доверяла, сколько таких историй, и мужских, и женских, когда это максимум доверия, вдруг в один прекрасный день оказывается, что все не так. И не просто не так, а все даже очень сильно наоборот. А если потому что я это вообще не люблю. Нет, нет, нет. А если посмотреть структуру? Смотрите, а если, допустим, ну, поговорить о проблеме отцов и детей, вот она выращена, взрелеет, он готов ее отпустить, не съесть. Не отпустить. Нет. По сказке съесть, стоп. Заданы условия игры. Мы можем придумывать что угодно, но это будет другая сказка. Давайте все-таки немножко диалог с автором. Потому что придумать можно, я согласна. Можно придумать, отпустить и так далее. Можно, можно, можно. Еще как. Но это будет иная сказка, да. Давайте диалог с автором. Еще раз. Я и драматургия. Я режиссер, и вот она драматургия. Это диалог. Я всегда вижу диалог с автором. Хорошо, давайте вернемся все-таки к репке. И она ему что? Не поддалась. Тянет, потянет, выдержать не может. Когда она поняла, что ее предали по самой не могу, она сказала, ну так нет, значит нет. И она просто не стала вылезать. Он пытается, а она нет. Он пытается, а она нет. Это ее протест, конечно. Я буду сидеть здесь вот столько, сколько захочу. Я не пойду. Я больше шага не сделаю. Скажите. Скажите. Мы говорим о простой сказке, простейшей репка. Я уже не говорю какие-то другие. Вы подумайте, что сколько пластов, опять же, возвращаюсь, когда я вам говорю о русских народах. Ну нет другого такого народа. Читайте сказки, да, тех же братьев Гримм, оторванные ноги и головы. Которые играют. Холодное сердце. Что это за сказка? Это хрестоматия. Они хрестоматийные. Но они же ужасные. Ну ладно. Короче, тянет, потянет, вытянуть не может. Дальше что ему делать? Никак не. Звать на помощь. Слава мужчину, дом позови женщин. Мужчины тебе простят. И пошел он за бабкой. А тут треугольник, господа, намечается. Появилась бабка. Соперница. Для меня треугольник, например, если мы прикидываем, что репка это тоже дама, то что там за взаимоотношения с бабкой? Ну, с дедом понятно. А с бабкой? Я бы не стала говорить об измене сейчас. А знаете, вот опять же, мы боремся за любовь другого человека. И это тоже конфликт, это тоже борьба, да? Понимаете, вот в какую сторону пошла бы? Мы боремся за любовь другого человека. Не основанную на сексе, сейчас нет. За любовь.
Я хочу, чтобы любили только меня, говорит Лепка. Только меня. Я хочу, да, вот. Это мое такое, ну, эгоистичное. А бабка, как это так? Я с ним всю жизнь прожила. Ты вот без году недели с ней что так сама. Да, да. А я в него жизнь, я молодость на него убила. Молодость. Все прошло. И что теперь? А любовь к тебе? Смотрите, какой конфликт опять же. И это можно делать без всякого текста, просто через какие-то, если пластику, через что-то. Я вот сейчас на пальцах одновременно говорю и об актерской игре, и о том, кто чего, понимаете, да? И о драматургии. Я как бы соединяю эти вещи, потому что они и соединяются, ну, всегда. Дальше появляется внучка. А там что? С внучкой, как вы думаете? Ну, с бабкой понятно. Там есть дед, который любит и бабку, и ребенка. По-разному, но любит. А вот смотрите, а внучка, вот интересно, я, например, не знаю, даже плаваю. А как вы думаете, а внучка к этой истории каким боком? Ну, ее позвали помочь. А внучка, это ваше поколение, поколение Пепси, ваше поколение. Земля матушка не пускает, и дочка, и земля матушка не отпускает свою дочку.
Отец родной. Хороший вариант, не отпускай Фиделя войска. Но есть более решение, да, вот режиссерское, если вы режиссеры, да. Мать-Земля, тогда надо выводить ее как персонаж, Мать-Землю. Может быть, этого и не нужно делать. Может быть, нам и не нужны лишние персонажи. Но тогда мотивация у каждого должна. Хороший вариант. Почему не вытягивает? Тяну полсилы. Все, кроме деда. Одного деда не хватает, а все остальные не умеют работать. А может, наоборот, он не тянет? Может быть, потому что он не тянет, потому что снизу сохраняется какая-то любовь. Какое-то чувство к ней сохраняется. Поэтому он делает вид, что тянет, а они все за ним, за всех раз. Вообще это интересно, конечно. Сразу смотрите, сколько вариантов возникает. Вот с этим материалом, не с этим, не с репкой, с любым, надо работать вот так, как мы с вами работаем сейчас. Задавайте вопросы, а почему? Мне нравится, что точно полсилы. А, да, полсилы. Поэтому она так делает вид, что работает, но сколько нас таких, которые делают вид, что работают, но не работают. Актуальный образ, актуальный. Имитатор деятельности. На любой должности, в любом коллективе такие люди есть. Можно уже брать кальку с персонажа. Имитирую деятельность. Бегаю, что-то шумлю, что-то... На самом деле ничего не делаю. Через что? Это очень другой вопрос. Через что? Как показать, что такое и чего не делать? При этом действуя, понимаете, да, через селфи там не сел, хотя это тоже не сбили. Ну, конечно, да. Ну, короче, с внучкой тоже не получается. Дальше поехали. Жучка. Там что? А вот у жучки как раз есть. Охраняла все время ее. На привязи рядом. Заслушала свою еду, охраняя ее. Этот мотив мы уже отработали и разобрали. Его можно Может быть. Ситуации или какой-то переполох, он тоже начинает, не понимая смысл, что она делает, помогать. О, нет, ее позвали. Спасибо.
поверхности. Но еще вот на будущее. Имя, вынесенное в заглавие, является тем самым, про что история. Если бы можно, да, можно вытащить. Но у нас Репка, у нас Гамлет. Про что история? Недавно посмотрела спектакль на Камчатке. Непонятно, про что история. Все вместе. Называется «Бангкок». Ну, знаете, Островский. Спрашиваю режиссера, про что история? Ничего не... Когда поняла, что ничего... Нет, он немного наговорил, но ничего конкретного. Я сказала, если в заглавии вынесено «Банкрот», то это история про Самсона Большого, если вы помните, который решил объявить себя банкротом для того, чтобы заработать. То есть это мошенник, который решил смошенничать и лоханулся, потому что доверился своим близким, дочери и зяте. Понимаете? Вот вся история. Переписывает на них свои деньги, его сажают в тюрьму, и дети спокойно его в этой тюрьме и оставляют. И спасибо, папа. Вы дальше хорошо заживете. Лох, конечно, лох. Мошенник, конечно, мошенник. Мошенник лоханулся. Вообще можно два слова поставить в историю. Но про нее нужно рассказать, про Самсона. А там история про что только. И Олимпиада Самсона там долго-долго замуж хочет, и чего-то там. В общем, не знаю. Историю надо вычленять. А если еще в заглавии стоит имя, то история про него. Драматург писал про него или про нее. Понимаете? И не надо про другое. Репка, он писал про Репку. Ну там нет драматурга, он не дурак. Но он не дурак. У меня еще такая идея, противовес, можно я скажу? У Репки синдром жертвы. Ее детство сажают случайно, изначально. И удобряют ее, сами понимаете, чем? Потому что она спасла, что никому не нужна. А она считает, что ее любят, она хочет, чтобы она выросла. Солдат.
пришли они в немецкую, в немецкий город, и их расселили по домам, а уже в зале. Его поселили к немке, красивая молодая женщина, немка. Он ни слова, ну, очень мало по-немецки, она не перемеса по-русски. Но как-то они находят общий язык. Она его кормит, она через что-то ему что-то говорит, рассказывает о своем. Он не очень понимает, о чем, но понимает, что она хочет это рассказать. Они ложатся в результате в постель. У них происходит прекрасная ночь. Но все это время он был на стороже, она враг, понимаете, да? И все, все это время он, у него внутри он что-то творил такое. И уже он засыпает, а заснуть не может одним глазом. И он видит, как она после сердца, заметьте, и хорошего, тихонечко рукой под подушку лезет. И он сработал на опережение, он ее убил. У него тоже рядом револьвер лежал, все нормально здесь. Он так раз выстрелил, а потом он поднимает эту подушку, а там на самый платок. Она плакала от счастья, что все получилось, и давно не было мужчины. Вот вы сейчас меня так внимательно слушаете, а я вам рассказываю о войне. Это тема, тема, это взаимоотношения, взаимоотношения. Ищите вот такие вот какие-то вещи. Не обязательно про это. Это, скорее всего, не актуально. Но Марат, Лика и Леонидик, мой бедный Марат, домик на окраине. Вот оттуда, если мы говорим об РТП, я сейчас говорю, ребят, а не о спектаклях. Домик на окраине, посмотрите Арбузова. Там возьмите какую-нибудь маленькую сценочку. Она не про войну, но в действии во время войны, она про людей. И там что-то можно из крохотной, как мужик возвращается из героя. Из Питера он возвращается, а дома уже нет. А он летал туда, а дом, ваша первая же, а у него жена и дочь там. Ну, погибли в этом. Пришел, он, и просто он рассказывает, что я пришел, а там просто рассказывает. Вот эти вещи можно брать. Этой литературы много. Не надо, вот, если у меня театрализация, опять же, если у вас маленький кусочек, ну, маленький, да, либо это монолог этого мужичка, думаю, на крайне запомните Арбузову, да, либо Марат Николаевич, берите моноложками тогда, и кто-то может прозаический текст, но кто-то может, да, через спортивную это сделать. Вот к этому подходите, и к этому я вас призываю. И актерски, пожалуйста, если есть партнер, я вижу, слышу и понимаю, добейтесь от ваших артистов, чтобы он реально тебя видел, а не смотрел на тебя невидящим взглядом, что часто и делаю. Я на тебя смотрю, а я прям вижу, как стекло, меня просто не видят. Я смотрю, как тум-тум, думаю, вот так вот. Мамаша, сориентируйтесь, сориентируйтесь, как хочется как-то так сказать. Есть реальные вещи. Реально, когда ничего не надо делать, ничего не надо придумывать, ничего не надо, не надо эмоционально изображать. Реальное. Поставьте их, ваших артистов, в такие условия, чтобы у них не было возможности врать и какую-то эмоцию из себя выжимать. Просто, конкретно, вот вижу, слышу, понимаю, больше в актерской профессии ничего, ребята, нет. Теперь занимайтесь тренингами. Тренинг – это три, опять же, три пункта. Надо развивать внимание, надо развивать воображение и надо развивать память. Без этих трех пунктов артисту очень трудно, он не оснащен. Чтобы его оснастить, внимание, воображение и память. Тренинги. Играйте с вашими актерами. Есть масса особенно внимания. Это альфа и омега. Есть масса упражнений на развитие внимания. Все развивается. Развивается и память, ребята. И воображение все можно развить с помощью тренингов. Все, поверьте. Даже очень слабенькому и неприспособленному театру, но желающему человеку, да, актеру будущему, можно эти вещи привить и развить. В зачаточном состоянии у нас есть все, во вселенная. Понимаете? Вытащить. А есть упражнение, и если он научится быть внимательным партнеру, именно внимательным, если он это внимание разобьет и научится концентрировать его, все, он сделал полдела, 50%, потому что внимание – это энергия. Куда направлено наше внимание, туда направлена и наша энергия. С
смотрите, что происходит в вашей жизни. Только то, о чем вы реально думаете, то, на чем куда направлено ваше внимание. Я думаю вот об этом. Я не снимаюсь в кино, я как раз снимаюсь, но говорю для вас, доказываю. Потому что я об этом не думаю. И поверьте, как только вы свое внимание переключите на то, что я хочу сниматься в кино, у вас появится предложение, либо информация будет приходить. Вы свою энергию направили туда, куда вам нужно. Этим легко управлять. Сразу не получится, но со временем я хочу, чтобы вы к этому пришли. Когда режиссер ставит спектакль, у него он ни о чем другом думать не может, у него все, он в быту живет, а в мысли крутится, и все об этом. Сколько своей энергии он вкладывает точечно в спектакль. И все получается, если это так. А если я ставлю одновременно три разных места, то мне пофиг. Моя энергия рассеяна, и все три, увы, провалились. Марина Ивановна, все? Уважаемые коллеги, я хотела бы...